I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new one. Тарас, это кто такие? Смотри, они все красятся, накрашенные. Что они делают, интересно? You guys, why are you white? You guys. Oh, you know. What's up? Why are you like being white? Oh, you know, white, you know. We are go all out. We super fan. Fanatics, but dancing. We gotta hype everyone up. Yeah. Okay. Cool. You guys are dreams. Они белые, а наши синие. Это лучшие игроки северной школы, а здесь лучшие черлидерши. Это северная школа, да? Северная школа. Школьники проходят бесплатно по ID, а родители стоят в очереди за билетами. Thank you. Перед игрой можно себе что-нибудь купить. Цены здесь поистине школьные. Синий? Синий, заказывай. Смотрите, пицца $3, хот-дог $2, начос $2.50, попкорн $1, сода $2.50, вода $1.50. Да, мы и возьмем, и не отнесем воду. Ух, будет жаришка сегодня. Дай пошить пониже. Это школьный стадион. Здесь будет играть, еще раз повторюсь, две команды. Смотрите, ребята там тренируются уже. Наши черлидерши, тут команда. Football teams tonight starting with the Eagles. Andy Gilbert. Сегодня прохладно на улице, поэтому девочки без костюмов, все в черном. Eli Ott. Помните, я вам рассказывала в предыдущем видео то, что есть в школе у нас школьный оркестр. Вот как раз они сейчас готовятся, видите. Привезли все свое оборудование, аппаратуру. Сейчас подготовятся и будет музыка живая. Билли Берн. Номер 12, Eli Finley. 40, Лукас Зараски. 42, Итан Боумен. Номер 43, Хайнрих Вайс. Thank you.
молодежь в черной одежде. Это группа поддержки футболистов. Группа поддержки северной школы. Видите, они все в белом. Все в белом. Группа поддержки западной школы, они все в черном. Сейчас будет играть гимн, и по традиции, когда играет гимн, все американцы встают. Руку назад, видите? А правую руку к сердцу. Вот это вот патриоты свои страны. Good evening, Principal Aaron Cole, Activities Director Brad Janarsk, and the entire Oshkosh West Wildcat Nation welcome you to JJ Keller Field at Titan Stadium. Back to punt. Кто знает, напишите в комментариях, расскажите мне про правила американского футбола. О, мяч пнули, первый раз вижу. А то я обычно вижу, как они возятся и отнимают у друг друга мяч. Помните, белая и северная школа? Черная, западная. Наших больше, мы относимся к черным болельщикам, к западной школе. В нашей школе, кто помнит, учится 1700 человек, а в северной школе учится 1200, только старшеклассников, с 9 по 12 класс. Вы знаете, спорт в американской школе – это нечто. Ничего даже близкого в моей российской школе не было. Своя комментаторская, да. Смотрите, сколько там людей. Когда в такой атмосфере бываешь, так хочется стать американцем, американкой, пойти в школу. Все, пожалуйста, быть игрой девочки черлидинг и гимнастки показывают свои выступления. Ну, в принципе, вы все знаете, все как в американских фильмах, один в один. Инна наша отписала, мы все посмотрели, и мы пошли домой. Чуть-чуть моими глазами взглянули на американскую жизнь. Как отдыхает молодежь, какой спорт в Америке, как они к нему относятся. Помните, мы здесь в начале видео шли, здесь, когда здесь сидели, все жарили гамбургеры, сосиски. Разве здесь что-то было? Хоть вот стаканчик, бутылочка, ничего не валяется. Все убрано, как будто ничего и не было.